В Адлерском районе с избирателями встречался Игорь Васильев. Он показал горожанам, насколько знает родной город, и в частности напомнил сочинцам, в каком большом по протяженности и многонациональном городе предстоит работать будущему главе курорта. Город Сочи очень сложный по рельефу, очень сложный по жителям. Это мелкобуржуазный город, где очень много мелких частных собственников, на которые большое влияние оказывает административная структура. По своей протяженности по берегу моря 140 километров, до главного Кавказского хребта от 30 до 60 километров. В Адлерском районе, кроме центра, находится 3 сельских администрации, 3 сельских округа и один поселковый. В Хостинском районе 2 сельских округа, в Лазаревском 6, в Центральном ни одного. Встречу с избирателями провел и еще один претендент на пост главы города Анатолий Пахомов. Кандидат общался с жителями Барановского сельского округа. Говорили в основном о качественных изменениях, которые за последнее время произошли в селе Пластунка. Интересовались местные жители и планами кандидата по дальнейшему развитию курорта. Есть глобальная задача по строительству дорог. Это реализовать проект третьей очереди дублера. То есть от Мамайки уйти туда на Нижнюю Хобзу. Потому что, чтобы этих пробок не было. У нас бешеные пробки были в августе месяце именно в ЛАО. Да, страшное, потому что там большое количество отдыхающих. Мы даже казачество выставляли. Другие кандидаты на должность главы города информацию о своих встречах с избирателями не предоставили. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.